Во! Отличное место, где видосик начать. Я думаю, подписчикам понравится. Все будет нормально, лайки будут поставлены. Так, F5. F5. Привет, высота! Чего? Там что, лес горит, что ли? Что за фигня? Не зря у меня есть огнетушитель. Только его сегодня взял в поход. Что это за фигня? А нет, стоп. Нифига, он не горит. Это что еще такое? А почему деревья оранжевые? А почему там... Да ну нафиг, это что, золотая деревня? Да ну, это что, Барвиха? Нифига себе, ну-ка, ребята, погнали. Ребята, это какая-то дичь. Тихо. Слышите? Это кто еще такой? Че он там делает? Это что за рок-концерт? Что происходит? Капец. Здорово, эй, здорово. Ты кто такой? Я просто прохожий, гулял, приколись, думал, лес горит. Хотел его затушить вон, огнетушителем. Ты чё офигел, что ли, совсем? Ты чё такой злой-то? Говори, ты кто сам будешь, кем? Чё это происходит вообще? Я президент этой деревни Нубасов! Деревня Нубасов? Да ну нафиг! Да. Подожди, подожди. Да ну нафиг! Чё тебе надо, бля? Мне ничего не надо, мне просто интересно, я первый раз такую деревню вижу. А ты чё, реально президент? Концерт будет скоро проходить, ты лучше встань, послушай, как я пою. Да, ты реально президент, а чё ты в трусах? Только! Ого! Рюмка мёда на столе! До слёз, браво! Спасибо, спасибо большое! А я хотел спросить, как вас зовут? Меня зовут Всеволод Миллиардерович! Да? Ага. Чё-то знакомое, знаете, на ухе вертится, а вот вспомнить не могу. А я всеми известный мультимиллиардер. А, и чё, вы свою деревню, что ли, построили? Да, она вся из золота сделана. Нифига себе. Слушайте, а я сам хочу деревню, короче, построить как-нибудь. Но я тоже хочу стать бизнесменом. Нам конкуренты не нужны. Я вас понял. Передумал я, в общем, строить. Уберите, пожалуйста. Правильно делаю, правильно. Нельзя строить, там конкуренцию составлять. Нельзя вообще. Может, а ты сам-то кто такой? Как тебя зовут? Меня зовут Владус Мармеладус. Что-то какое-то детское имя, фу. Сам-то детское имя, ты что, офигел, что ли? Так, ребята, скажите ему, что ты оно не детское. Вообще, ты знаешь, ты с кем связался? Да, я понимаю, с кем я связался. Извините, пожалуйста, все. Если будет выпендриваться, буду тра-та-та-та делать, понял? Все, я понял, конечно. А я у вас там заметил, там какой-то алмазный домик. Это что, вы типа комбинируете профессионалов и нубов, или как это все происходит? Не могу понять. Нет. А что? Так, давай все по порядочку, смотри. Это моя деревня нубов. Ну это я уже понял. Вот это моя плантация. А можно я пособираю, блин? Стоять, ты что делаешь? За все фига в туалет посадил обратно все. Все сажу. Оно что-то не садится. Вот картошку посажу, семена посажу, все будет нормально. А вот все садится. А что? Каждый из этих семян стоит миллион. Сколько? 2 миллиона! Это что, аукцион? Вы же только что сказали миллион. Моя ставка 3 миллиона! Продано! Ого! Не, я не буду. Я покупать не буду, у меня нет таких денег, извините. Я же не миллиардер, не сикстиллиардер. Что сказал? Куплю как-нибудь, говорю. Вот и то-то за... Пойдем дальше показывать буду. Вот и дошли мы, плавно дошли до вот этого вот алмазной конструкции. Блин, она так пахнет вкусно, такая классная, да? Да, фу, противно. А что это такое-то здесь вообще? Стоп. А что там люди за решеткой? А почему они в алмазной броне? Это алмазная НАТО тюряга! Серьезно? То есть там... То есть там прокиндолы? Да. В алмазных бронях. Да? Отойдите на секундочку, пожалуйста, я хочу с ними поговорить. Я вас вытащу, братья, братишки. И что сказал? Я говорю, правильно, по заслугам, что вы их посадили.
Тебе хана, понял? А чё хана? Если я кто-то заподозрю, тебе хана. Да нет, чё вы меня заподозрите? Нате, возьмите семена, они ж дорого стоят, вот. Я их покупать буду. О, хорош, это нравится. А чё это с... А чё это, кто такие? О, это мой братишка. Его зовут Мельдони. Как? Мельдони. Я не понял, но он такой угарный просто вообще. Мельдони. Ага, не все равно не понял, но он вообще угарный. А этот-то чё, почему у него глаза такие огромные? Это Филиппок! Как Филиппок? Он ромашек обнюхался! Привет, Филиппок, будем дружить с тобой. Он какой-то страшный. А это нас, это нас модельер. А, да? Ух ты, это что, Юдашкин? Это Юдашкин. Здравствуйте, дядя Юдашечкин. Приятно познакомиться, вы такой красивенький. Вообще, прям не могу. Да ну, такой тебе. Ну да, согласен с вами. Пойдем, я вам покажу кое-что и вообще приколюсное. Вот это наша елка. О, подарки, смотрите, елка, нифига, прикольно так-то. О, нифига тебе подарки завезли, о-о-о! Нифига, вам что, подарки тут поставляют, что ли? Да, это мы это мне подарили, это не деревня, а мне. А можно я один скоммунижу вас, а можно вот два даже? Поставил. Быстро, все, на место! Вот, держите, конечно, пожалуйста. О, то-то же! Смотри, у нас на елочку можно залезать, вот смотри, я звезда этой елочки! Не-не-не-не-не, вы звезда этой деревни! Да, смотри, какая красивая звезда! Да. Залез, ну-ка, след отсюда! Это моя елка! А, знаете что, у меня вопрос, а у вас есть тут что-нибудь, ну, такое, ну, прям вообще жесткое, ну, прям вот, чтоб так, вот, чтоб вообще... А, есть, конечно, есть, только ты тихо. Все, конечно, я могила. Пойдем за мной. Пойдем. А куда идем-то? Я тебе сейчас покажу кое-что тайное. Ого. А вот это... А знаете, вот это уже интересно, а я люблю тайны хранить, знаете? Только, понял. Рот на замок, все. Если что, ты знаешь, что с тобой будет. Конечно. Давайте. Показывайте. Только ты аккуратно оглядывайся, чтобы никто не видел ничего. Никто не видит. Дверь закрывать? Ё-моё, это что такое? Эй! Что тут за скелеты? Всё. Обратно зайди, Петра! Молчу. Это моя сокровищница. Какая сокровищница? Тайная. А это кто? А это плакиндолы, которые пытались у меня скоммунизить все мои сокровища. Да? Да. Смотри, короче, это мой ключик сейчас. Опа. Смотри, сейчас на него откроем. Оп. Нифига тебе! Молчу. Только заходи. Нифига себе. Вот это моя сокровища, там сейф. Аккуратно, только его не открывать. А, что говорите? Его, говорю, только не открывать. Если кто-то в него зайдет, то... Все, я его там заклою, и все, я его там всех отмудохаю. А что там внутри, попасть? Скажите, там бабки, что ли? Там полосы, там есть всякие сокровища, которые стоят фиг миллиарды миллиардов! Нифига себе, знаете, круто! Туда вообще никак не попасть, да? Так, пойдем, нет, выходи, все, выходи. Так, закрываем на ключик, а ключик мы вот так, оп, и все. Да? Ключик только у меня будет находиться, понял? Да, конечно, понял, это же ваша сокровищница. Да. А че, куда сейчас пойдем? Пойдем, я покормлю тебя. О, поесть я люблю! У нас есть своя столовка, прямо напротив сокровищницы. Где же взять ключ, ребята? Где взять ключ? Пишите в комменты быстрее, где можно ключ взять. О, потому... здорово, Олечка! Как дела? Как да. Блин, нифига круто. О, кто, как вы его назвали? Это Олечка. Да это красавица наша местная. По-моему, не похоже немножечко на Олечку, знаете ли. Чё, красиво? Ладно, да. Усастая чутка, но ничего славного. Ну-ка, иди сюда, Олечка, я тебя поцелую. Не-не-не-не-не. Смотри, блин, только волосня твоя попала опять мне в рот. Хорошо, что я не смотрел на это. Может, это, присядем что-нибудь, я не знаю, вон колы попьем, а? Тут вон крипер-кола какая-то, а? Ну, давай, садись, присаживайся. Давай. Может, это там официанта позвать, да? Или как? Да или вас... не надо. Тут она как Олечка нам все приготовила. Вот видишь, чайный сервиз. Она нам чай заварила из 100 пакетиков. Разных 100 разных сортов. Сколько пакетиков? 100. В одной игрушке? В одной игрушке.
Олечка! Ты почему положила место в 100 пакетиков 99? Чего? А как вы посчитали? Вы что, считали, что ли, реально? Да не, я не умею считать на самом деле. Я просто так сказал наобум, ну на вкус. На, попробуй. А зачем вы... А зачем вы орёте-то на Олечку? Ведь вы даже сами не знаете. Не, я не буду пробовать, нафиг там 100 пакетиков одной игрушки. Быстро попробовал. Чё такое? Чё-то ядрёный чай нафиг, но бодрит вообще капец. Да, это бодрёный напиток, там 100 разных сортов. Ну да, да, я понял. Ну-ка, а слабо вам допить его, а? Вообще легко, смотри и утись. Вы чё меня слюнами забрызгали-то? Ой, господи. Ключ? О, я подавился, Солечка, ты чего вообще с ума сошла? Ты почему так делается плохо? Оля! Красавица моя неземная. Знаете, я вам готов простить все ваши слюни, которые вы обронили на меня, блин, но... Но вы, конечно, мужик, допили чай, да. Круто. Спасибо! Ага, а что это у вас там такое, вон растет, сушится? Это медуни. Кто? Медуни. Кто? Медуни. Я не понимаю вас, что вы говорите. Медуни! Мельдоний? Да, это мельдуни, так... Все, я понял. Никому вообще не говорите про это вообще. Не говорю. Олечка, там мельдоний. Вы знали? Так, курицки мои, не подкатывать, понял меня? Я понял. Знаете что? Окажется тут... Вау, тут такая терраса классная. Вы тут посидите пока. Я сейчас вам сюрприз приготовлю. О, сюрприз, да я люблю. Давай, я жду, я здесь иду, я тут чилить буду тебя, давай. Да, почиль, сейчас. Сейчас я вам пиваса сейчас как подкину, вон, заправьтесь, вон. Смотрите, вон, пивас, заправьтесь пока. Но, это еще не основной сюрприз, сейчас все будет. Да? Рычаг. Да ну нафиг, просто что? Ну что ж, комната. Ха-ха-ха! Сокровища сейчас все будут мои! Раз, два, три! Это чё ещё? Это чё? Что это такое? А где сокровища все? Так. Всеволод, знаете? Тебе хана! Нет! Кактусы! Да ну нафиг! Всеволод!